25 апреля этого года в городе Воскресенске Московской области в шахматном клубе состоялся турнир, посвященный 151-й годовщине со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Идея проведения турнира возникла у члена партии РКРП КПСС, ведь Владимир Ильич достоин памяти о нем как основателе первого социалистического государства СССР. С юных лет он посвятил свою жизнь борьбе за созидание справедливой, достойной жизни для трудового народа, оставаясь добрым и скромным человеком. Ленин с детства любил шахматы и хорошо в них играл, поэтому уместно было бы поговорить о нем именно в шахматном клубе, где играют в шахматы и дети, и взрослые, люди разных возрастов. Руководство клуба все четко организовало, за что им большое спасибо. Были подготовлены призы победителям за первые, вторые и третьи места среди девочек, среди мальчиков, так и среди взрослых. Победителям вручали грамоты, медали и детские книги о Владимире Ильиче. Взрослым же победителям вручали грамоты, медали и книги о войне. Обидно, что в школе детям ничего не говорят о Владимире Ильиче уже как 30 лет, не сдают книг для детей о Владимире Ильиче. И только общественная организация «Движение в защиту детства» выпускает газету для детей пионерского возраста «Ленинские искры». Но у этой организации ограниченные возможности. Не пора ли в школьные программы по истории включить изучение истории нашего недавнего прошлого, а оно непосредственно связано с биографией Владимира Ильича Ленина?